Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Если вы смотрите этот ролик, значит, у вас уже появился сайт, и вы в него уже вошли. Выглядит он пока вот так. Он уже адаптирован под мобильное устройство. И сейчас, чтобы он сразу начал корректно работать, мы с вами будем его правильно настраивать. И первое, что мы делаем, закрываем сайт от индексации. Для этого переходим в настройки, далее чтение и ставим галочку «Не индексировать сайт, пока мы его не заполним нужным нам контентом для поисковых систем». Ведь вы хотите, чтобы поисковые системы продвигали то, что вы тут будете наполнять, а не то, что тут уже есть, правильно? Только не забудьте снять эту галочку, когда наполните ваш сайт. Обратите внимание, что ваш сайт не защищен. Это нормально, потому как мы только начали его создавать и настраивать. Это значит, что у вас не установлен сертификат SSL защиты. Этот значок можно купить и, конечно же, не задешево, но можно найти возможности, как его установить и бесплатно. Далее. Теперь заходим в админку сайта, в консоль. Нажимаем «Обновить сайт». Вверху мы видим значок «Обновление» и нам доступно 5 обновлений. Нажимаем на этот значок «Обновить», еще раз «Обновить» и еще раз «Обновить». Переходим на главную, и тут нас тоже просят обновить PHP. Для этого заходим на хостинг, во вкладку «Сайты». Напротив нашего сайта нажимаем на шестеренку и выбираем предпоследнюю версию. Последняя, возможно, только тестируется и может глючить. Так обычно говорят спецы. Выбираем версию 7.4. Сохранить настройки. Теперь заходим на главную и обновляем страничку. Все прекрасно. PHP адрес обновлен. Все классно, база готова к работе. Жмем на слово WordPress и выходим на свой сайт. Ну, вот так он выглядит сейчас. Чаще его просматривайте, после каждого раза смотрите, что у вас получается. А для этого заходим назад в консоль в настройки и заполняем поля названия сайта и краткое описание. У меня, вы видите, название сайта, ну, пока я так подумала, что пока назову его «Инвестиции». Описание – «Заработок на криптовалютах». Теперь опускаемся вниз и жмем «Сохранить». Настройки сохранены, и мы теперь нажимаем вверху на слово «Инвестиции». И вот наш сайт получил свое имя, с чем я себя и поздравляю, и вас тоже. «Инвестиции – заработок на криптовалютах». Это очень интересная денежная ниша. Прорвать свой сайт в топ-10 даже будет очень сложно. Сейчас что не блогер, то криптовалютчик. Но зато в этой нише очень много денег. Тут только ленивый не сможет заработать. Теперь все будет зависеть от контента. Главное, чтобы он был полезный для широкой аудитории. Следующим шагом мы будем настраивать формат ссылок. Вот если вы нажмете, например, на «Привет, мир», вот тут мы видим ссылки и год, и день, и месяц. Нужно упростить эти ссылки. Для этого мы заходим в настройки, затем «Постоянные ссылки» и затем нажимаем галочку на необходимый формат названия записи. Опускаемся вниз и нажимаем «Сохранить». Переходим на сайт, обновляем страничку и видим наш домен и «Привет, мир». Мелочь, а приятно. Но эти ссылки с кириллицей на конце при отправке очень длинные. Поэтому в описании под роликом я оставлю вот такую формулу для плагинов. Копируете эту формулу «Kirtulak» без кавычек. Заходим в плагины и нажимаем на кнопку «Добавить новый». Теперь вставляем или вписываем вот сюда эти три слова. Kirtulak через дефис. Опускаемся вниз и ищем плагин от автора Сергей Бирюков, Михаил Кобзарев, Игорь Гердел. Находим. Смотрим. Совмещен с нашей версией. Обновлен 3 месяца назад. 200 тысяч установок. Ну, хорошо. У нас могут быть другие данные, но общалась с
продвинутыми ребятами в этой теме, мне советовали именно этот плагин. Поэтому нажимаем «Установить». Появилась кнопка «Активировать». Нажимаем на нее, активируем. Теперь, чтобы все настроить, заходим в плагины. Выбираем «Настройки тут» или вот тут. «Настройки» и выбираем «Киртулат». Разницы нет. Ой-ой-ой, что тут делать? Нужно упрощать. Нажимаем на вкладку «Конвертер». И внизу нажимаем на «Конвертировать существующие ярлыки». Теперь нажимаем «Ок». Если выдаст ошибку, перейдите назад на предыдущую страничку и повторите еще раз. А мы нажимаем «Сохранить изменения». И теперь переходим на наш сайт, нажимаем «Привет, мир» и видим, что наша ссылка уже на латинице. Это и людям удобно, и все системы будут воспринимать наш сайт, и поисковики будут лелеять и любить такой сайт. А мы с вами будем продвигать свой сайт легко и с наслаждением. Этот урок нужно сделать обязательно. Без этих настроек нет смысла дальше двигаться. Поэтому я сделала ролик именно в скринах, чтобы вы не просто слушали, а еще и видели, куда и на что нажать. Останавливайте ролик и делайте все по этой пошаговой инструкции. И переходите к следующему уроку. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. В комментариях обязательно напишите, как продвигаются ваши дела. Ведь без сайта и без канала на YouTube, без раскрученных соцсетей вы никогда не заработаете в интернете. Не лелейте себя иллюзиями. Чтобы зарабатывать, нужно трудиться и обучаться. Вкладывайте инвестиции в свое обучение. Это самые надежные инвестиции. Бизнес может обвалиться, а ваши знания всегда останутся при вас, и вы всегда сможете взлететь еще и не один раз. Жду ваши лайки под роликом. Всем пока! С вами была Валентина Синема 2.